Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, посмотрим, сбросили меня или нет. Ты смотри-ка, я нахожусь в Лиге Мастеров Одна Звезда, ребят. Но сегодня воскресенье, поэтому нам нужно выжать максимум. Выжать максимум, 59 откатов. Не знаю, как я буду выжимать здесь. Выжимать. Вот ты посмотри внимательно. У нас сейчас Лига Мастеров Одна Звезда. А ранги 72, 74, максимально 79. Я бы еще понял, если бы это было на Лиге Мастеров 2, ну 3 звезды. Но почему здесь уже такие ранги дают? Ну это слишком круто. Это меня принуждает, ребят, тратить по 2 бойца элитных. Это как минимум, ребят, 2 бойца придется нам тратить для того, чтобы здесь как-то разбираться с ними. Я не знаю, что тут вообще происходит. Почему так круто? Ладно, поехали. Так, Усаги ходит первым. Я надеюсь... Я очень сильно надеюсь, что мой второй боец будет... Ага, отлично. Тогда все. Но, ребят, это не дело. Но прикинь, у меня элитных бойцов, ну сколько... Ну, 10-15. Хватит мне буквально на 7 поединков, да? Это максимально, что я могу взять. Это без откатов, я имею в виду. Ну, что-то прям вообще как-то зажали Рейчикова. Блин, я не знаю. Что делать-то? Ну, давай возьмем Микеланджело, например. Так, Баксер, отвали. Возьмем Зека. Возьмем здесь Рафаэля. Так. Ну и чтобы сильно-сильно не рисковать, мы с тобой возьмем каких-нибудь, например, Шархана и Шреддера. Я уже не буду брать малышей там. Вот просто хочу посмотреть, вот эта команда справится или нет. Ну, Рафаэль и Зек, понятно, имеют массовые атаки. Но они слабенькие. Сейчас посмотрим, сколько отнимает урона. Так. Ну, тут, наверное, надо Пита глушить. Мне кажется. Да, уже заглушили. Ну, в принципе, Зек сейчас вырубит. И остается у нас двое, да? Вот, друзья мои. Практически всеми отыграл, кроме Шреддера. Это чтобы развалить вот эту вот вражескую команду. Ну, давай, 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 дотягивай. Да почему так мало даете-то? Ну, ёк-макарёк, ну... Это же несерьезно. Это несерьезно. Так, ладно. 17-23. Ну вот, смотри, даже если сейчас взять 17-23, мы взяли те же самые кубки. Но здесь 71-й, 70-й. А там 74-й, 70... Какой там был? 74-й, 73-й, 72-й. Тот же самый ранг. Но враги уже ниже. Я не понимаю этого. Так, Донни плюс Донни. Давай возьмем так и одного пройдоху. Блин, мне надо пройдох прокачивать. Отыгрывать надо ими как-то, я не знаю. А я сейчас всю элитку потрачу, а потом что я буду делать? Там-то дальше будет еще круче, жестче. До 79 уровня вплоть. А я тут на расслабоне. Ну, отстой, ну куда ты, ну, ать. Прикинь, он промахнулся, ребята. Сотка промахнулась по... Так, я беру провокацию. Он промахнулся, 70 уровень, промахнулся по сотому Донателло. Вообще урона не нанес ему даже. Ладно, шикарненько. Здесь мы, короче, замутили. Дальше бежим. Так, смотрим. Возьмем. Так, уже хорошо, друзья мои. По крайней мере, Лига Сёгунов 2 звездочки. Но радоваться еще рано. Так, давай возьмем... Блин, и хочется, и... Жалко. Давай возьмем Кренга, Алапекс. Ну и вот этих трех. Алапекс. Ну, по инициативке Алапекс будет первый ходить, насколько я помню. Хотя тут майки у них есть. Микеланджело будет ходить вторым, скорее всего.
Надеюсь, не прицел... О, он ходить уже не будет. Ну и Крэнк тогда добивает. Слушай, ну на самом деле я не ожидал, что Алапекса будет наносить вот столько урона. Причем здесь уровни 74 и 75. Я думал, она способна лишь на добивку, а она довольно неплохой урон наносит. Так, 90-й. Ну вот, грубо говоря, берем даже по 10 ступенек. Это 9 боев еще надо. 9 боев. Так, ладно, берем Ванюшу. Это медленный, ребят, боец. Поэтому на него как бы ставки мы не делаем большие. Тут главное вообще бы не сдуться с таким подходом, который они мне подсовывают. Сейчас посмотрим. Так, выпускаем в первую очередь крыс. То есть у нашего крысиного короля инициатива довольно неплохая. Ванька одупляется. Этот, естественно, усиляет команду. Мы делаем торнадо и снимаем. Хотел сказать, и снимаем у всех эту баф, но мы их, по-моему, вообще сняли с арены. Дальше двигаемся. Так, с 90... Давай 80-ю. Да, ребят, ровно 10 ступенек пролетаем. Так, ну опять же не расслабляемся. Бакстер Стокман плюс кожеголовый. На подстраховку пойдет Донателло. Почему? Ну потому что, ребят, во-первых, он провокатор. Донателло. 90 уровень это не самый мощный, конечно. Был бы соткой, было бы намного лучше. Но перестраховать, я думаю, у него получится. Главное, чтобы морозилку вырубить. Как? Как это, черт подери, работает, ребята? Морозильная кошка, она самая слабая из всей команды была. Какого лешего она осталась в живых, остальные все упали. Я не понимаю вот этого. Я рассчитывал наоборот, что мы ее сейчас, ну, заквасим и все. Но получилось немножко наоборот. Она осталась в живых, остальные все лежали в закваске. Так, ладно, берем Лео, Супер Шреддера и... Лео, Супер Шреддер. Тут, понимаешь, тут вот Кирби мне не нравится. Он может захилять. Ладно, возьму на всякий случай Рокзара. Как провокатора, опять же. Ну и вот этих вот. Понимаешь, 56 уровни. И враг, если выберется, как говорится, из моих сетей, он же начнет в первую очередь бомбить слабых. Он начнет бомбить слабых, и тем самым он их может, ну, уничтожить. Если тем более они по два хода сделают. Не, ну тут, слава богу, все нормально. Ну просто вот на будущее, если рассуждать, естественно, они начнут разбирать Крипа и Кейси. Это к бабке не ходи, они начнут сразу же прыгать именно на них. А... ну ладно, один удар, может быть, он переживет, один удар. Но если они вдвоем сходят на одного, то все. Заваривайте кашу, называется. Ну что, берем Армагона. И давай Рафаэля. Армагон и Рафаэль. Армагон у нас будет ходить первым. По идее, Рафаэль должен ходить вторым, потому что он по инициативе должен их переплевывать, так как он сотого уровня. Ну и Армагон, естественно, своим валуном хоть кого-нибудь да подобьет. Фига себе, хоть кого-нибудь. Да всех ушатал. Ну, кроме Ваньки. Почему-то постоянно выживает какой-то вот центральный, да, персонаж. Не крайний, а центральный. Хотя и крайние были на выживалках, я помню. Так, ну что, ну вот тут вот схалямничали, дали всего лишь 9 ступенек, ребят, перепрыгнуть. Халтурщики. 17-24, ребят, это максимально доступный ранг. Так, сотка, сотка. Ну, давай так сделаем. И теперь мне придется тратить откаты, ребят. 2 отката за поединок. 2 отката за поединок. Это дофига. Это дофига, это нам с тобой 20-30 откатов придется потратить. А это немало. 20-30 откатов из моих 50 там с копеечкой, да? Считай половину. 59 у меня откатов. И 42-я позиция. То есть уже получается здесь только надо 8 откатов потратить. Пипец. И начались 79-е. Это все, это, ребят, пик. Это самое наивысшее. Блин, что может быть здесь у них? Вот Армагона, тут кем можно прикрыть?
Этими, вот этими вот супостатами, да, ну нафиг, они, ребята, они очень-очень-очень-очень медленные. Особенно Джастин. Джастин пока раскочегарится, пока там что-то звякнет, бумкнет, все, он будет уже лежать в муке, в пыли, я не знаю, на полу, биться в конвульсиях. Сейчас посмотрим, что у нас делает наша лисичка-сестричка. Слушай, ну действительно, она бьет неплохо, ребят. Она бьет неплохо. Почему-то вначале у меня было к ней какое-то такое, знаешь, скептическое мнение о ней, что, ну, на добивку пойдет. А она половину хп снимает практически у топовых бойцов. Половину здоровья. Так что, если есть у кого-то, ребят, возможность прокачивать, я думаю, что вложиться в нее, стоит. Да, она находится очень тяжело, так скажем. Ее надо фармить. Но она того, ребята, стоит. Так. Блин, мне даже вот, если я даже вот... Короче, я с самого начала лопухнулся. Надо было, когда у нас там были 72-е, 71-е, надо было брать из моей вот этой коллекции недокачанных персонажей и ими драться. Нет, я взял и всех профукал. Просто всех профукал. Ладно, возьмем с тобой вот так вот Макмана. Посмотрим. Посмотрим, друзья мои. У Макмана в чем хорошая вот фишка? Это то, что он снимает все бафы. Он когда запускает торнадо мусорное свое, помимо того, что он наносит урон, он еще снимает бафы. То есть есть и даже персонажи, как сказать, пробафались там, да, на защиту, на атаку, там, я не знаю, еще на что-нибудь, на магическую защиту, то Макман своим торнадо просто это все сдует. Вот это огромный плюс для него. Ну и для нас, конечно. Так, ну что, давай сюда пойдем, наверное. Берем Армагона и берем... Давай возьмем Кожеголового. Блин, у меня столько этих носорогов в Рокстеди. Офигеть. Читал сегодня ваши комментарии, да? Что-то пока ребята у нас разнятся по голосованию по прокачке. Кто-то Рокула хочет, кто-то Рокстеди кролика хочет. Кто-то муху даже предложил прокачать. В общем, вы понимаете, да? Мое отношение к мухе. В общем, пока по одиночному голосу. Я еще, ребят, не выбрал ни одного, так сказать, фаворита. Потому что, ну, голоса разнятся. Причем очень сильно разнятся. И они идут как более одиночными. Нету какого-то акцента на каком-то определенном персонаже. А вы знаете, ребята, если у нас не наберется достаточно голосов, мне придется делать выбор самому. Вот Джастин и Железноголовый, но они медленные, ребят, ну медленные. Ну я возьму их. И что, и все, и нам хана, и распетрушат меня. Придется брать вот так вот. Ну и я, как и говорил, ребят, не менее двух откатов. Не меньше двух откатов. Это два. На два отката три слабых персонажа. Да, придется где-то до тридцатничка как минимум пуститься. Может быть, даже до 25. Но я, наверное, топ брать прям вот топчик не буду. Мне главное дойти до 50-го места в Лиге Мастеров. Три звезды. Потому что завтра у меня будут дела в понедельник. Встану я пораньше. И как раз перед этим делом, пока буду там кушать, я поиграю. Просто мне жалко тратить откаты. Они нужны. Ты сам понимаешь, что постоянно тратятся баксы. Тем более там у нас еще и телепорты. По-моему, так, нет, майки я не буду брать. Телепорты заканчиваются. Их надо будет еще докупать. В общем, такая катавасия. Не дают тебе здесь расслабиться никак. Причем, ребята, нет, можно, знаешь, как сделать? Смотреть рекламу, брать откаты за рекламу. Да, я не спорю. Я не спорю, можно так делать там. По-моему, 10 откатов в общей сложности за 3 рекламы. 3 рекламы по 2 отката. А, 6 откатов. Можно, да, я не спорю. Но мне, ребята, влом. Мне влом смотреть рекламу. Во всех играх, блин, Зомби Кетчер всовывают рекламу. Где еще? Your to die, Роги, тоже там без рекламы, ну вообще никак.
Везде она лезет и очень сильно раздражает. Уже тошнит от нее, если честно. Ну что же, я нас поздравляю. Мы уже, друзья мои, в Лиге Мастеров 3 звезды. Еще немножечко рывков, и мы с тобой получим... А что мы с тобой получим? Мы уже получили, что могли. Топчик, топчик я не буду брать. Нет. Вчера, друзья мои, играл в этот... в Легион Муравьев. Такой, так скажем так... сделаю... спойлер для себя же самого. Там у нас, короче, был уровень... Там новые муравьи открываются у меня. Я их прокачал. Более-менее, так скажем. Вот, и... начал, короче, играть. Я целый час... Тихо. Ай-я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 й. А как, подожди, а что... Я опять что-то ступил, ребят. Я не сделал массовые атаки где-то, да? Ну, дурачок, опять же. В общем, короче, меня там завалили. Меня там завалили, причем так нелепо. Так бесяво. Пошел я там... называется захватывать территории. И в мое логово проникли. В мое логово проникли. А вот кто проник, сколько, это вам, ребят, лучше посмотреть на канале уже. Какая-то... Ну да, да, я лопухнулся, я не спорю, я там лопухнулся, друзья. Но я вынужден был выходить уже, потому что не хватало еды. Элементарно не хватало еды. Мне нужно было где-то ее добывать. Добывается она только снаружи. А снаружи, как всегда, очень много противников. Так что, наверное, сегодня я буду перепроходить этот уровень. Так я решил. Вот. По возможности, может быть, сегодня еще запишем серию по остров лунному камню. Но, наверное, сегодня они не выйдут. Они уже выйдут завтра, потому что на моих часах 6 часов вечера. Естественно, пока снимешь, пока прорендеришь. То есть, это уже будет поздно. А завтра, завтра, скорее всего, да, они будут уже на канальчике. Поэтому, ребят, можете заходить и смотреть. Так, давай вот таким сделаем образом. Уже, ребят, уже 43 отката осталось. Было 59, повторяю. Блин, как же я тут сейчас лопухнулся-то, а? Блин, я заговорился, я, наверное, вместо массовой атаки кому-то просто сделал удар. Так вот бывает. Ладно, влупляем. Блин, еще как представлю, мне надо этот проходить еще. Outlanders. Там, конечно, тоже борода полная. Ты помнишь, да? Задание. Тебе постоянно присылают 10 этих... 10 выживших на твой остров выкидывают постоянно. Не дают ни еды, нифига. Выживай, как хочешь. Счастье им. Ай... Но все равно надо проходить, ребят. Да, может быть, не с одной, не со второй, не с третьей, не с десятой попытки, но пройти надо будет. То, что время, конечно, много убивается. Пока раскочепаришься, пока все, вроде бы, все идет как надо, и тут тебе, как обычно, подсовывают какую-нибудь пакость в самый неподходящий для тебя момент. Так, хорош. Ну, давай, наверное, на ракеты. Я думаю, ракетами добьем. Нормально. Получилось. Так, посмотрим сейчас, на какой мы позиции. 62-я, то есть будет 50-я, да? Ну, давай еще пару поединков, наверное, сделаем. Пару поединочков еще с тобой сделаем, чтобы, ну, где-то было... А, так у меня в любом случае, ребят, на 3 поединка у меня еще тут персонажей. Бог с ним, давай отыграем всех. Так уж и быть. Так уж и быть. Ну, мы всех отыграем. Это будем уже, ну, практически... практически в топчике будем. Завтра можно будет просто пару поединков сыграть. И все, ребят. И остается неделька у меня до выхода на работу, друзья. Так что... видосиков будет еще меньше. Еще реже. Потому что пока втянешься в эту работу, пока то себе. И летом, ребят, я заметил, продуктивность почему-то на записи очень сильно падает. Именно, во-первых, все
детишки в данный момент на моем именно канале, детишки уезжают в отпуск, как бы отдыхают. В принципе, это очень хорошо. Отдыхают, едят там фруктики, овощи, свежее все. Надеюсь, если кто в деревне ездит. Вот. А как по мне, лучше ездить в деревне, кто живет в городе. Потому что из города в какой-то другой город — это уже не отдых. Ну как не отдых? Это взрослому, ну да, контингенту, это отдых, потому что там развлекательные заведения. А ребенку что нужно? Правильно. Молоко натуральное, творог натуральный, сыр, овощи натуральные, натуральные фрукты. Потому что, ну как бы у меня вот так вот складывается. Я когда со своей семьей жил, я всегда ребятам, ой, всегда ребятам, всегда детям, ну овощи, фрукты, все свежие. Едем в отпуск куда-то, на юга там или еще где-нибудь. Сразу, да пофиг, да, молоко покупаешь, но, ребята, оно того стоит. В городе, в магазинах, вот это вот, что в коробках, в банках. Тем более, я тебе говорил вот недавно, буквально в прошлых сериях, какое у нас молоко тут делается. По срокам годности еще 2 дня, 3 дня, блин. А оно, ты его взял, глоток сделал, поставил в холодильник, через час-два приходишь, или там на следующий день, а оно уже все, тю-тю, скисло. Нормально? И причем условия хранения нормально, ребят, в холодильнике температура, будь здоров. Вот, так что надо, конечно, ездить. Так вот, они ездят в деревни. Не во всех деревнях есть интернет, соответственно. Не во всех деревнях можно посмотреть. Да и тоже бы не рекомендовал. Тоже надо детишкам отдыхать. Но это я про детей говорю. А про взрослых тоже. Лето такой период, когда, ну, хочется отдыхать, наслаждаться этим периодом. Потому что впереди будет затяжная зима. Осень, зима, вот эти вот не очень, так скажем, хорошие времена. Ну, кому-то, может быть, нравится. Мне, например, зима так уже очень сильно надоела. Потому что у нас, где я живу, зима длится не там 4-5 месяцев. Чуть ли не 8 месяцев. У нас вот только в этом месяце, в июне, расцвелись эти цветочки, листочки. Короче, все зацвело. Да, я не спорю, оно быстро все очень цветет. Буквально за неделю все зелено. Но уже где-то к сентябрю, сентябрь, октябрь, уже все, уже начнет жухнуть все, начинается холода, ветра, дожди и тому подобное. А там уже и до зимы недалеко. Ну, север есть север, чего вы хотите. Так, друзья мои, ладно, мы опять не о том говорим с вами. Пройти серию испытаний, пойдем пробежимся. Я возьму самую халявную миссию. Ну, почему я называю ее халявной? Потому что, ребят, вот этих не надо мне. Потому что здесь всего лишь один поединок и 3 бойца. Ну, это же изи, конечно, изи. Поэтому грех ее, как говорится, не прощупать. Тем более, когда у тебя есть маузеры. Та-дан! Понятно, а если ракетами? Да. Вот удивительная, вот, ребята, непонятная для меня система. Это именно Леонардо, вот этот вот. Мы когда играли, помню, где-то какие-то поединки были, мы его не могли забомбить. Точнее, вру. Мы его, наоборот, убили с одного удара. Здесь же почему-то у него постоянно срабатывает вот это вот бессмертие на один ход. Как это понимать? Не знаю. Почему там нету, а здесь у него постоянно она есть. Так, ну что же, теперь мы займемся. О, Донни получит у нас сейчас левел 91. Прекрасно. Так, и бежим на Леонардо Видение. Так, Леонардо Видение. Ну что у нас там? Так, нужно 10 ящиков именно с инструментами, да? Один ящик, второй, третий. Так, четвертый, пятый, шестой. Ну, ящики более-менее нормально ищутся. Седьмой, восьмой, девятый. Так, 10, да? Отлично, пятая ступень. Так, до 6-й ступени, чтобы прокачивать, ребят, нужно на 70-й уровень, поэтому нет смысла. Это у нас
Вероятность 100% увеличить скорость на 25%. Ну давай, давай возьмем. Так, 3D очки нужны нам, получается. Одни нашлись. И так, вторые есть. Так, 4 наушника. Ну, наушники я, скорее всего, не найду, друзья, потому что у нас уже очень мало пиццы. Настольная игра какая-то лезет. Подожди, а куда я залез-то? Вау-вау-вау, тихо, с какого фига ты? Фига, куда я залез? Я нечаянно, ребята, вот сюда нажал. Ё-моё, молодец, Рэй. Зашибись. Чё мы ищем-то? Чё-то я вообще глюкнул. А, ну да, наушники. Я вот сюда, ребят, нечаянно нажал, видимо, и начал тут клепать. Ладно, все равно надо клепать. Эксперт снаряжения нужно мне. Да фиг они мне дадут, пожалуй, это эксперт снаряжение. Вот, вот, ребятушки, о чем я вам и говорил. 250, видел? Сразу же, все банкноты, что мы с тобой копили, тюш, просто за 3 секунды улетели. Ну, где это там? Просто за, блин, за 2 секунды, ребят. Куда я лезу? Ну что за тупизм? Мне же нужен этот, испытание. Так, жетоны. Есть. Друзья мои, уже неплохо. Мы получили с тобой спецснаряжение и снаряжение черепашки. Так, и насколько я понимаю, ежедневки мы с тобой все выполнили. Ну что, я надеюсь, завтра, друзья мои, мы с вами увидимся на Бусти. Не на канале Бусти, а на Бусти на разгоне после отката. Надеюсь, не просплю, не должен. Завтра дела надо делать, так что все должно быть чин-чинарем. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.